Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о противоударных водонепроницаемых часах «Восток Командирский» К39, номер 390-636. Корпус данных часов сделан из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной кожи черного цвета, прошитый белыми нитями. Застежка металлическая, классическая. Задняя крышка, комбинация стали и минерального стекла. Стекло мы видим механизм часов. Циферблат защищает также минеральное стекло. Его очень сложно поцарапать и практически невозможно разбить. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие. Механизм часов балансовый, пружинный, автоподзавод. Значит, что часы заводятся при ношении на руке. Точность хода плюс 40, минус 20 секунд в сутки. Запас хода при полном заводе более 31 часа. Класс водозащиты часов 20 атмосфер. Это значит, что с этими часами можно не только плавать и нырять, но и погружаться на большие глубины. Диаметр корпуса 46 мм. Для того, чтобы установить нужное вам время, необходимо открутить заводную головку против часовой стрелки и отвести ее в сторону от корпуса до щелчка и поворачивать в любом направлении. Иногда возникает необходимость завести часы вручную, если вы их долго не носили, то для этого нужно просто открутить заводную головку и начать поворачивать ее по часовой стрелке. Таким образом. По окончании настройки или завода обязательно возвращайте заводную головку на место, закрутив ее по часовой стрелке. Ни в коем случае с отвинченной головкой не погружайте часы в воду. В комплект с данными часами идет большая красивая черная коробка. Также здесь в ней вы можете найти инструкцию на русском и английском языке. Здесь же условия гарантии и гарантийный талон. А также дополнительный ремешок из мягкого и прочного каучука, если вы предпочитаете такой браслет. На этом все. Спасибо за внимание.